У нас исторический момент. Первая победа МГУ в истории. В новейшей истории. Влад забил гол. Это тоже, наверное, за 3 года первое очко им забитое. Он сломал диск одновременно с этим. В общем, это необычная игра, войдет в историю. Ребята уже могут даже дальше не играть. Уже дело сделано. Из-за этого диск как бы у вас остается, просто возвращается на предыдущий шаг, когда, чтобы никто не вредил. А кто парит? Нельзя спарить, по сути. Смотри, ты можешь согласиться, ты можешь